Сегодня 2 августа, и у нас в стране наши ребята, голубые береты, десантники, празднуют свой праздник, с чем их, собственно говоря, поздравляем. Я хоть и не десантник, а пограничник, но щит и меч Родины всегда вместе несли службу. Поэтому всей души поздравляю ребят. Будьте десантниками, не лезьте в фонтаны, берегите честь тельняшки и берегите честь своего отца. Подходите, пожалуйста, сюда. В 89-й годовщине образования воздушно-десантных войск Российской Федерации объявляется открытым. Стало уже традицией ежегодно 2 августа собираться на этом месте. И с каждым годом количество прибывших на это торжественное мероприятие не уменьшается. Уважаемые десантники, уважаемые приглашенные, разрешите по поручению от имени Республиканского совета ветеранов, во-первых, поблагодарить вас за ту большую патриотическую работу, которую вы ведете среди молодежи, а также поздравить вас с Днем элитных военно-десантных войск. Уважаемые ветераны, присутствующие гости, от лица регионального отделения ДОСАФ России Республики Хакасия хотелось бы поздравить вас с вашим, ну что тут скрывать, практически профессиональным праздником. Шпарло Сергею Владимировичу. Десантных войск. Сегодня вся наша страна чествует тех людей, на погонах которых расплескалась синева. Воздушно-десантные войска – это элита наших вооруженных сил. Они были созданы для решения специфических задач. Поэтому быстрый маневр, внезапность – это характерные действия воздушно-десантных войск. Многие хотят встать в строй воздушно-десантных войск, но, к сожалению, немногим это по плечу. Все то, что вы планируете, будет осуществимо. Всего вам самого доброго. С праздником, уважаемые! Александр Андреевич. По личному составу от 24 июля 2019 года номер 1 города Абакан. В соответствии со статьей 57 федерального закона о воинской обязанности и военной службе и вознаменовании 89-й годовщины образования воздушно-десантных войск Российской Федерации присвоить очередное воинское звание по запасу. Максимчук. Правое плечо. Шагом. Марш. Левой.
проекты войскам Российской Федерации. Ура, товарищи! Ура, товарищи! Закончилась официальная часть. Ребят, есть возможность пожать друг другу руки, вспомнить былые времена службы, пообщаться. Не позорьте воздушно-десантные войска. Отмечайте достойно, показывайте пример молодежи, то есть будьте физически сильны, развиты. То есть, ну и продолжайте наш десантно-братский род. С праздником, слава ВДВ!